Мы находимся на оружейной площадке музейного комплекса воинской славы Омичей. За мной стоит одно из самых массовых вооружений Красной Армии, реактивная установка залпового огня БМ-13 «Катюша», принятая на вооружение 21 июня 1941 года. Первые же залпы батареи Флюрова, состоящей из экспериментальных установок, показали высокую эффективность этого оружия, и оно было срочно запущено в большую серию. Советские воины любовно называли ее «Катюша». 16 реактивных снарядов, выпущенных буквально за несколько секунд, наводили ужас на врага и, разрываясь почти одновременно, создавали эффект вакуумного объемного взрыва, уничтожающий как легкие полевые укрепления противника и его живую силу. Всего за годы войны было выпущено более 10 тысяч таких реактивных установок.